Ich glaube, bis kurz. Thank you.
Дамы и господа, мы начинаем презентацию команд финалистов чемпионата Европы до 23 лет по фехтованию на саблях среди мужчин. Встречайте команды финалистки. Добрый вечер, друзья, любители фехтования. Мы начинаем последний репортаж с чемпионата Европы по фехтованию среди молодежи до 23 лет в Минске. И сегодня состоятся командные соревнования в мужской сабле и женской рапире и шпаге. Начинаем мы с сабли. Финал. Вышли команды Грузии и Италии. Составы команд. Сборная Грузии. Саба Соломанидзе, Ника Шенгелия, Микель Мардалишвили и запасной Вахаретчия. Италия. Федерико Рикарди, Франческо Бонсанто, Леонардо Афеде и Франческо Дермиенто в запасе. Ну, сразу что можно сказать. Да, такое необычное, интересное. Франческо Дермиенто победитель в личном первенстве чемпионата Европы несколько дней назад. Вот он находится в запасе почему-то у итальянцев. Я думаю, что это
некая хитрость обязательно. Эта сборная выпустит его, возможно, на последний бой, возможно, какой-то другой, но чтобы человек, который сейчас просто в великолепной форме находится, да, который выиграл личный турнир, посадить запас, ну, тут, конечно, такая итальянская кухня, в общем, богатая деликатесами. Итак, у нас на дорожке сейчас первая пара. Микель Мардалишвили и Леонардо Афеда. Начинается поединок. Расскажу о сабельных правилах для тех, кто их не знает, для тех, кто не слишком знаком с фехтованием. В сабле поражаем пространство, то есть то пространство, которое нужно бить или колоть, находится выше пояса. Можно в руки, можно в маску. В командных соревнованиях бой идет до 5 ударов между спортсменами, а общий счет до 45. И каждый, кто выходит на дорожку, начинает с той цифры, которую закончил его партнер. То есть, если закончится сейчас победа Италии, допустим, 5 очков, то следующий бой будет идти до 10. И как спортсмен из Грузии, так спортсмен из Италии сможет довести дело до победного в 10 очков. Просто нужно будет нанести кому-то больше ударов. Также имеет значение тактическая правота, то есть нужно не просто ударить в саблю, нужно ударить так, чтобы ты был прав в этой ситуации, чтобы ты раньше вышел в атаку или взял защиту, или как-то продавил соперника, чтобы тот потерял темп. В общем, тонкостей много, с этим разбирается обычный судья, ну и для вас буду помогать я, Денис Мельничук. Тем временем у нас закончился первый поединок, пока я рассказывал правила. Афеда 5-1 выиграл его. Следующий на дорожку выходит Франческо Бонсанто и Саба Соломанидзе. Очень резво прошел первый бой в таком высоком темпе. Вообще Саба скоростной, быстрый вид оружия. Ну вот, первый бой показательный, мне кажется, был. Атака справа налево закончилась, и Саба Соломанидзе наносит второй удар. Эти команды на пути к финалу провели по 3 поединка. Грузия сначала победила Болгарию 45-34, затем румынов 45-31, а после нашу российскую сборную 45-41. Наверное, расскажу об Италии чуть позже, потому как здесь Соломанидзе сокращает. Два фонаря горят. Никому атаку не дает сейчас рефери. И снова вместе. Снова два фонаря. Вышли, остановились и снова атакуют. Одновременно. Проваливает Саба Франческо Бонсанто. Дистанцию, шестой удар наносит. В сабле нет отсчета времени. В любом случае, бой заканчивается после 5, ну или большего количества ударов, если какая-то команда догонит. Вот Грузия сейчас как раз пытается это делать. 4-6 становится счет. По-прежнему ведет Италия, но уже вдвое сократилось отставание Грузии. В атаке сейчас Саба Соломанидзе. Носит удар. Саба лучше всех выступил в личном турнире здесь. 16-ю строчку занял. Проиграл за 8. В атаке сейчас сравнивает счет. Соломанидзе. 6-6. Хуже всех выступил из состава нижнего запасного Мардалишвили. Но вот именно он сегодня будет завершать командную встречу. Тоже очень такой интересный ход, как мне кажется. И сборная Грузии впереди уже на один удар. Не получилось у Сабы взять защиту. Итальянец пробивает в атаке. Снова равенство. 8-7.
Выход, остановка. Следующая фраза вместе. Ух, как хорошо сейчас Соломонидзе снизу так ударил. Сборная Италии на пути к финалу победила сборную Белоруссии сначала 45-22, затем Израиль 45-31, а после оказалась сильнее Франции 39-36. И Соломонидзе завершает поединок 10-м ударом. На 3 очка ведет Грузия. Конечно, Бонсанта неудачно начинает для себя финал. Немного портит ситуацию для итальянцев. Проиграл он 9-2 по личному счету. На дорожку выходят Ника Шенгеля и Федерико Рикарди. В поединке за третье место встретились сборная России и Франции. Сильнее оказались французы. 45-34. Но российская сборная получает деревянную медаль. Не хватило им совсем немного. Причем даже, мне кажется, больше не хватило именно во встрече с Грузией. Потом как и счет там 45-41. И по накалу, потому как проходил поединок с французами, Россия практически не имела преимущества, а вот с грузинами были моменты, когда выходили вперед наши спортсмены. Но, увы, немножечко не повезло. Зато в двух других финалах сегодняшнего дня шпажным и рапирным будут наши команды. Но об этом поговорим, наверное, чуть позже. Небольшие неполадки у Ники Шенгеля. Видимо, перебился двойник. На шнуре, может быть, сабли что-то раскрутилось. И нужно менять Ники Шенгеля саблю. Федерико Рикарди, который будет противостоять сейчас Шенгелии, занял 6-е место в личном первенстве. В шаге остановился тоже от медалей. Ну а Шенгелия был 24-м. И снова что-то не работает у грузинского саблиста. Мардалишвили дает ему свою саблю. А нет, даже не саблю будут менять. Будут менять шнур. Такое довольно часто бывает. Вот та часть провода, которая находится перед двойником, перед той частью, где соединяется шнур и оружие спортсменов, сабль часто перебивается и горит белый фонарь. В этом нет ничего такого страшного, как, например, в рапире, где не может продолжаться поединок. Но если это происходит слишком часто, то судьи просят менять провод. Вот чем сейчас и занимается сборная Грузии. Сегодня, как я уже говорил, последний день чемпионата Европы. Последний розыгрыш комплектов наград. В целом, как мне кажется, уже можно говорить о том, давать какую-то оценку о том, как был проведен турнир. С моей стороны, мне кажется, все было отлично. Были опасения о том, что сразу несколько видов оружия командных в личных соревнованиях, что могут как-то не успеть, как-то будет скомкано, но все было очень достойно. И возвращаются спортсмены. Проверяют экипировку. Продолжится командный поединок за золото между Италией и Грузией. А одновременно атакуют спортсмены. Рикарди. Нужно поправить клинок. Изогнулся он слишком в атаке. Ангар.
влетает в атаку. Рикарди. Защиту к Шенгелии в атаке. И 11-й удар наносит. Продолжает грузины набирать преимущество. 12-й удар. Слева направо. Практически двукратное преимущество уже у Грузии. Вот так, с 1-5. Уходит в отрыв. Отцепилась масса у Никиты Шенгелия. Рефери помогает вернуть ее на место. В атаке наносит удар Ника Шенгелия. Попытался взять защиту, Рикарди опоздал. Шенгелия пробивает и 15-7. На дорожку выходит Саба Соломанидзе и Леонардо Афеде. Оба спортсмена хорошо начали командную встречу. Афеде сделал для Италии. Соломанидзе перевернул ход встречи. И вот сейчас будет интересно посмотреть, как будут разворачиваться события. Перейдет ли потом первенство Италии, может быть. Контрипост. Соломанидзе наносит удар. С дальней дистанции Соломанидзе достает. Афеде в ответной. Не оставляет шансов защититься грузину. 16-8 становится счет. Управляет массу Леонардо. Продолжается поединок. Вышел итальянец, остановился, ответной стороны Соломанидзе. Леонардо сначала посмотрел на свою скамейку, мол, действительно так ли было. Потом повернулся к судье, показал палец, признав, что действительно пропустил удар. А вот в следующей фразе отработал свою ошибку. И 17-9. Провалил итальянец. В ответ на него не пошел и догнал его Леонардо. 7-10. 3-2 в личном счете у них. Видит итальянец сейчас. Одновременно атакуют. Удар никому не присуждается. Соломанидзе не достает. Афеде. Достает у самой черты своего оппонента. И 11-17. Остановка. Удар никому не засчитан. Желтую карточку получает Саба за начало боя без команды. Ну, здесь уже такой же любезностью грузину отвечает итальянец. Напомню, что в полуфинале мужской сабли случилась такая ситуация, что во встрече между Франческо Дармиенто и Теодосио был счет 14-14. Оба имели по желтой карточке и был фальстарт со стороны Теодосио. Он получил красную. И Франческо Дармиенто вышел в финал благодаря штрафному удару. Ну и затем в финале тоже 15-14 победил. 17-13. Продолжается поединок. Афеде 14-й удар наносит. Уже 7 ударов. Леонардо смог нанести.
Сулманидзе. Разыграл у границы сейчас итальянца. 18-14 становится счет. Долго выбирал момент для атаки. Афенде не сумел контратаковать. Вот сейчас Леонардо. Зато хорош впереди. И 18-15. Всего три удара теперь преимущество сборной Грузии. Ангар. Ангар. Реале. Препарацион. Атака Дегошки. Шадруат. Фуа. Сулманидзе вышел раньше в атаку. Ангар. И 19-15. Ангар. Реале. Саба. Вышел, остановился и ответная Леонардо. 19. Ангар. Все так же у грузинов. У Италии на одну очку теперь больше, чем было. Сулманидзе в атаке. Уверенно. 20-й удар наносит. Записываем в протокол. 20-16. 5-9 уступил Саба. И в следующем поединке встретятся Мардалишвили и Федерико Рикарди. Интересно, заменит ли Бонсанто следующий поединок Франческо Дармиенто. Мы узнаем чуть позже. Пока первый удар наносит в поединке Мардалишвили. И второй тоже остается за ним. Взял руку на себя грузин в атаке. Рикарди более уверен был. При движении вперед. Ему два фонаря дают в его пользу. Ну а следующие красный и зеленый распределяют в пользу Грузии. Мардалишвили вышел, остановился, то же самое сделал и Рикарди. Удар не присуждается. И снова одновременные атаки. Симултане. Повторяется фраза. Продолжение атаки слева направо дает судья. 24-17. Итальянцы так вроде спорят, но видеоповторы не берут. Сами отрабатывают. Вот Федерико. 18-й удар нанес. Снова симультане. В обоюдной атаке. Один удар нужно нанести грузинскому саблисту, чтобы закончить поединок. Ну, пока итальянец продолжает бить. Защита, ответ. Молниеносно действует Мардалишвили. Заканчивается поединок. 25-19. 5-3. Побеждает Мардалишвили. Бонсанто выходит. Несмотря на поражение 9-2
верят в него, видимо, тренеры и команда, и потому не меняют. Хотя Дармиенто, я вижу, уже там делает выпады, распрыгивается. Возможно, дальше вместо кого-то и выйдет. 25-20. Пацан наносит удар. Ника Шенгеля сейчас выходил в атаку вместе с Франческо. И снова они одновременно действуют. Много обоюдных. Пока никто не рискует. Шенгеля остановился. Бонсанта в атаке не смог добить Нику и получил. 26-20. Здесь чисто итальянская фраза будет. Снова вместе бьют спортсмены. Проваливает Шенгеля. Бонсанта. И Бонсанта опять не может добить соперника, загоняя его на своей половине поля. Дорожки. Точнее сказать. Шенгеля слева направо. Чисто опоздал Бонсанта. В следующей фразе то же самое. Одновременные атаки. Симултане. С недоумением смотрит свою саблю Шенгеля. Как же так? Она не загорелась. Ну, бывает. 23-28. 5 ударов лидирует сборная Грузии. Опять обоюдный. Два фонаря, и чуть раньше итальянец был. 24-28, и Бонсанта выигрывает поединок. Уже шестой личный удар наносит. Не зря, видимо, все-таки решили его оставить наставники итальянской команды. Слева направо, с прямой рукой еще Шенгеля. Бонсанта ногами вперед был. В первом действии слева направо нет. И Бонсанта перехватил тактическую правоту. Защита, ответ. Как красиво действует Шенгеля. 30-27. И начинается последний круг. Последние три боя командной встречи. И вот она, замена. Вместо Федерико Рикарди появляется Франческо Дармиенто. Выходит он против Сабы Соломанидзе. Что ж, интересно будет наблюдать, как чемпион Европы будет фехтовать, почему он остался в запасе. 3-1. Вместе.
31. Это число очков, заработанных грузинами на данный момент в этой встрече. Термиенто выходит и сходу уже просит видеоповтор. Первый, кстати, в этой командной встрече. Соломанидзе, второй удар. Перебился провод, кажется. Удар Миента. Нет, все в порядке. Возвращаются к бою спортсмены. Соломанидзе прижимает Дармиента. Значит, ответ нет. Вот так вот. Не загорелся фонарь. Франческо. Отцепилась масса. Очень обидно сейчас итальянскому саблисту. Но что делать? Судья прекрасно видел также, что тоже был удар, но засчитать его не может. Соломанидзе с рукой на себя шел. Дармиента более уверенно действовал. Два фонаря в его сторону разбирают. Слева направо, 33. Сборная Грузии. 5 ударов ведет. Ну, Дармиента подсокращает в атаке. Пробивает итальянца Соломанидзе в атаке. Один удар остался ему, чтобы завершить поединок. Справа налево. В одном десятке команды теперь. Чистая атака. Справа налево. Соломанидзе не получилось ни первым навстречу ударить, не сделать защиту ответ. Как красиво сейчас Соломанидзе почувствовал момент для того, чтобы ударить. Высоко Дармиента поднял руку в атаке. Не было возможности защититься. Ника Шенгелия и Леонардо Афеде выходят. И в личном счете Соломанидзе тоже выиграл 5-4. Дармиента, в общем, не оправдал надежд, мне кажется, итальянских тренеров. Вместе атакуют. Удар не присуждается. Как сильно изогнулась сабля у грузинского фехтовальщика. Поправляет ее ногой и возвращается на помост. Шенгелия не достает в атаке ответной стороны. Леонардо и тот точен.
32-35. Ангар. Пре. Але. Шенгель не достает. Снова ФД. Разгоняется. 33-35. Ближе к финалу. Возрождается интрига. Грузины ведут со второго поединка. Сейчас в восьмом. Может переломиться хоть с речи. Но Шенгеле собирается. Наносит удар. Афеда отправляет судью смотреть видеоповтор. Без изменений. И снова чуть раньше грузин атакует. Афеда опаздывает. Ангар. 2-2 в личном счете. Леонардо и в атаке. Шенгеле. Сильно и точно пробивает итальянца. Справа налево теперь уже. Шенгеле поспешил. Не принял, как мне кажется. Однозначное решение перед началом фразы. 35-38. Снова разрыв уменьшается. Стараниями Леонардо Афеда. Шенгель не достает. И в ответной поспешил Леонардо. Ника навстречу. Один удар остался. И начнется последний поединок. Не один. Афед наносит сейчас 36-й. И закрывает поединок своей победой. Как минимум уже. Поскольку это пятый его удар в поединке против Ники Шенгеле. Но у того сейчас кто-то там с тройником произошло. Небольшие неполадки. Партнеры по команде помогают. Восстанавливают работоспособность. Скажем так. Провода. 40-й. Ника Шенгеле. 4 удара преимущества будет сейчас Мордалишвили в поединке против Франческо Бонсанта. Итак, последний бой финала чемпионата Европы командной сабли. Первый удар наносит Мардалишвили. Желтая карточка Франческо Бонсанта за начало боя без команды. Проваливает Мардалишвили. Франческо в ответной. Как сейчас действует красиво. Грузинский саблист. Просто великолепно. И хладнокровно.
Железную взял защиту. Вместе. Это медаль, которую сейчас завоюет сборная Грузии. Непонятно еще. Золотая. Серебряная, ближе, конечно. Золотой. И сейчас совсем уже рядом с ней. Будет второй на этом чемпионате. Лука Гаганидзе. В личном первенстве европеристов был третьим. И вот мужская сабля. Сейчас завоюет, скорее всего, золото, потому как 44-й удар за Мардалишвили. Разрыв. 8 очков. Вместе последняя фраза. Ангар. 45-й удар. Сборная Грузии, чемпион Европы. Мардалишвили слишком эмоционально встретил свою победу сейчас. Сделал ему замечание судья. Продолжает эмоции. Поздравляем сборную Грузии с золотой медалью. Сборную Италии с серебряной. И французов с бронзой. Ну а сразу же после этого финала начнется шпажный. В котором встретится сборная России и команда Италии. Финал начнется через несколько минут. Дорогие друзья, огромная просьба от вас выгодить дорожку в виде скал для фехтования, так как мы буквально через 30 секунд начинаем соревнование презентации на финалистов. Чемпионата Европы до 23 лет по фехтованию на шпагах среди женщин. Любезно просим освободить помост для следующих команд финалистов.
Дамы и господа, встречайте команды финалистки чемпионата Европы по фехтованию на шпагах среди женщин. Первая команда финалистка – Россия. Welcome the team of Russia. Виолетта Крапина. Алена Комарова. Юлия Нечагина. Дарья Мартынюк. Дамы и господа, встречайте команда Италия. Welcome the team of Italy. Николь Фиетта. Роберто Марцани, Аличи Криличи, Джорджия Форте. Представляем вашему вниманию судейский корпус. Welcome the judges of the final card. Павел Келлер из Словакии. Максимилиан Отежедек из Австрии. Адриан Стикман из Великобритании. И Даниэль Букс из Швейцарии. Под ваши аплодисменты приглашаем команды начать финальные поединки. Итак, второй финал сегодняшнего вечера. Встречаются сборная России, сборная Италии, женская шпага, составы команд. Сборная России. Виолетта Храпина, Алена Комарова, Юлия Личагина и Дарья Мартынюк, запасная. Италия. Николь Фаэта, Роберто Марцани, Алиса Клеричи и Джорджия Форте, запасная. Приветствие команд сейчас прозвучало. И первыми на дорожку выйдет Юлия Личагина и Алиса Клеричи. Интересно, что... Эти спортсменки уже фехтовали друг против друга на этом чемпионате Европы. За вход в восьмерку. И тогда сильнее оказалась Личагина. 15-10. И впоследствии Личагина завоевала бронзовую награду. Вот сейчас, наверное, будет дополнительная мотивация у итальянки выиграть у Юлии Личагиной. Клеричи в итоге заняла 16 место. Начинается поединок. Новый вид оружия. Шпага. Здесь правила отличаются точно так же от сабельных. Поединки идут с отчетом времени по 3 минуты. Также на 5 уколов. Также общекомандный до 45. Поражаем пространство. Любая часть соперника. Можно колоть в руку, в ногу. Не имеет значения. И также неважно, когда вы это сделаете. В атаке, в защите, вместе со спортсменом. Главное, чтобы вы укололи. Если вы укололи чисто, то засчитывается укол вам. Если укололи чисто и вас тоже укололи, то засчитывается по одному очку и в ту, и в другую сторону. Минута практически прошла между Личагиной и Клеричи. Если она закончится без укола, то судья остановит поединок. Он это и делает. И выйдет новая пара спортсменов на дорожку. 0-0. Алена Комарова от России сейчас. И Николь Фаэта. Николь заняла 15-ю строчку.
в личном первенстве Комарова. Седьмую Комарова проиграла за вход в четверку партнеру по команде Юлии Личагиной. И Дарья Мартынюк, запасная, заняла 19 место. Она тоже проиграла Личагиной. Обидно, конечно, но вот сейчас сборная России обеспечила себе медаль. Вопрос только какого достоинства. На пути к финалу Россия провела два поединка. Первый против сборной Украины. Победила 45-29, а затем одержала верх над командой Германии 45-38. Италия же три боя провела. Первый против команды Белоруссии 45-22. Второй против сборной Израиля 45-31. И затем победили Францию 39-36. 7 секунд еще осталось. Ну, сборная команды России поддержала Алену. Та пошла в атаку и по одному уколу нанесли спортсменки. В поединке за третье место встретились сборные Германии и Франции. И победила команда Германии 45-41. Первый чистый укол в этой встрече остается за Аленой Комаровой. Выходит она вперед и вместе с этим выводит команду. Спортсменки фехтуют до 10 уколов сейчас, либо пока не закончится время. Алена Комарова идет 13-й во всероссийском рейтинге. Выступает за Самару. 2-2. Тем временем сравнивает итальянка. Ну и вообще команда у нас такая московско-самарская сборная. Виолетта Храпина тоже представляет Самара, но, как вы понимаете, две оставшиеся участницы, Личагина и Мартынюк, москвички. Практически 2 минуты уже отфехтовали спортсменки. Снова 2 фонаря и по 1 очку присуждается. Красный сейчас загорелся. Но это от укола куда-то не в соперник, не засчитывается. Он поэтому. А вот следующая фраза чисто. 4-3. Необходимо поправить шпагу. Лене Комаровой. Можете видеть, что фехтует она простой ручкой, не пистолетом. Но это в шпаге довольно распространенное явление. 40 секунд еще пройдут спортсменки на дорожке. Вот отрабатывают сейчас, они ищут момент, сектор для атаки. Итальянка прессингует, медленно, но верно прижимает Комарову к границе. Алена ведет. Держится спокойно, еще 10 секунд осталось. Станет ли итальянка рисковать? 4. Не успеет. Не успеет, даже если захочет. Но в напряжении продержала Алену. Заканчивается поединок. 4-3. Победа российской шпажистки. И выходит на дорожку Роберто Марцани и Виолетта Храпина. Вот на ваших экранах Виолетта, как я уже говорил, самарская шпажистка.
longer. Right? Ali. В личном первенстве Дарья Мартынюк заняла... Дарья Мартынюк, простите. Виолетта Храпина заняла 9-ю строчку. А Роберто Марцани 10-ю. Вот рядышком они расположились. Так же близко, как и сейчас на дорожке. Останавливает поединок Виолетта Храпина с просьбой поправить оружие. Марцани прессингует на самой границе. Сейчас Храпина. Две леворукие спортсменки. Сейчас точнее оказывается итальянка. Поровну. 4-4. Храпин идет третий во всероссийском рейтинге. Был у нее шанс завоевать бронзовую медаль в команде Самарской области на прошедшем чемпионате России, но там первая Самара уступила второй, и потому осталась без медали, но в личном первенстве на чемпионате России была пятой. Храпина тоже совсем чуть не хватило. Вот, правда, в последней фразе пятый укол достался Храпиной. Вот Виолетта подбирает дистанцию, работает с оружием Роберты. Защита, ответ, но не колет Храпина, и продолжение атаки справа налево в один фонарь идет. Команда сборной России подбадривает Виолетту. Меняет шпагу Храпина. Ну, действительно, в предыдущей фразе колола она, но почему-то не загорелся фонарь. Может, немного определила. Опередила, простите. Марцани россиянку. Но решила перестраховаться Виолетта. 5-6. Минуту 20 фехтовать еще шпажисткам. Подбирает дистанцию Храпина. Вот интересно, как работает ногами она. Левая передняя нога практически не опускается на пятку. Только на носке двигается, можете заметить. В ближнем бою, конечно, уже опускается, уже уколы, правда, никто из них не наносит. Но постоянно в напряжении держит себя, даже вот стойка на изготовке с поднятой пяткой. Уходит дистанцию Храпина. Защита, будет ли точный ответ? Вот тут из тренеров сборной кричит: телевизор проси. Интересно, какой плазменный, наверное. Повтор, конечно же, имеется в виду. У нас здесь было ли нарушение правил со стороны Роберты, но нет. Чисто все. Два фонаря. По одному очку засчитывается. Храпина была в атаке.
20 секунд. Защита ответ. И нет укола у Храпиной. Снова. Вроде хорошо действует. Берет сильные защиты. Уводит оружие соперницы. Но вот в решающей стадии то ли промахивается, то ли не докалывает. В общем, укола нет. И мы не видим последние 20 секунд. Потому как меняются спортсменки. Дарья Мартынюк выходит. Замена у нас. Вместо Юлии Личагиной. Напомню, что возможны и обратные замены. Так что, возможно, это какой-то хитрый ход нашей команды. Но тем интереснее будет. Мартынюк прессингует. Мягко вошла в дистанцию, но атаковать до конца не стала. Два фонаря. В атаке с действием была Мартынюк. По одному очку засчитывается по-прежнему. Сборная Италии ведет в два укола. Теперь уже в три. Мартынюк стала серебряным призером в командном первенстве чемпионата России, прошедшего вместе с ней. В составе была также и Юлия Личагина, которую Дарья заменила. Вот сейчас они снова в финале в одной сборной. Мартынюк не достает. Итальянка колет. 11-7. Полторы минуты тем временем отфехтовали спортсменки. Укол в гарду сейчас был. Нацелилась-то в руку итальянка. Как красиво сейчас сделала Николь. 12-7. Растет по укольчику, но растет преимущество Италии. Мартынюк не стала продолжать. Поединок поняла, что крайне неудачно он складывается для нее и вместе для сборной России. Уступила она 4-1 на дорожку. Выходит Виолетта Храпина и Клеричи. Вот она на ваших экранах. Проверяют гарды. Шпажистки. Продолжается поединок. Храпина входит в дистанцию. Клерич отступает. И снова не колет Храпина. Подбор дистанции есть. Розыгрыш есть. Укола нет.
спокойно Италия очень обороняется, не боится отходить назад. Вытягивает на себя соперниц. И нет опять укола. Подсказывают сборная, не гоняйся за клинком, коли ее. Действительно, нужно колоть. Двукратное преимущество уже у Италии. Вот Храпина еще больше стала прессинговать. Давит на соперницу и не колит. Снова. Семь 15. Пытается взять действенное оружие. Виолетта. Сейчас чуть не получила. Снова укол. Провалив свою атаку. В атаке укола нет. Дальше пересечение линии, остановка идет. Ближний бой, и в нем точнее оказывается Клеричи. 16-7. Отыгрывать преимущество, отыгрывать, вернее, отставание гораздо важнее в шпаге, вот удерживать преимущество легче. Так как два фонаря горят, можно отсиживаться в защите. Разболтался, по-моему, наконечник сейчас у Виолетты Храпиной. Нужно либо вес проверить, либо поменять шпагу. Но судьи говорят о том, что все забраковано, проверять ничего не будем, давайте другую шпагу. Да, будет менять она. А если я не ошибаюсь, Виолетта фехтовал не простой ручкой, а пистолетом. И сейчас будет сложно. Но это не точно. Переходить с пистолетом на ручку — это, я вам скажу, очень неприятно и неудобно, и сразу же теряешь точности. Да, я вот вижу, что принесли с рукояткой в виде пистолета. Ну, будет ли менять Храпина или доведет 15 секунд с простой ручкой. 9-17. Защита ответ не пошла Клеричи дальше. И в следующей фразе наносит укол. Виолетта Храпина говорит о том, что это было уже после того, как Храпина убежала. Вышла за дорожку. Вот смотрим видео вместе с судьей. Ну, тяжело определить.
Вот и судьи пересматривают повторы. Виолетта Храпина ожидает решения. Без изменений. 9:18. Одна секунда. Следующий на дорожку выходит Алена Комарова. Это значит, что происходит обратная замена. И Роберто Марцани. А нет, простите. Дарья Мартанюк выходила вместо Юлии Личагиной. Не обратная замена. Алена Комарова должна завершать сегодняшний поединок. Стоит на пятом номере против Алисы Клеричи. Небольшая пауза. Судьи что-то выясняют вместе с нашей командой. Итак, 9:18. Роберто Марцани, Алена Комарова. Алена входит в дистанцию и чисто работает. Десятый укол наносит. Сейчас подбирает дистанцию, но слишком долго это дело. Не уследила за Робертой. И та в атаке нанесла укол. Марцани не спешит. Держится на границе. Комарова продолжает прессинговать и в атаке не попадает. Укол остается за Марцани. Алена Комарова – победитель первенства России среди молодежи до 23 лет. Была здесь седьмой. Но она в взрослом чемпионате России стала 11-й. Два фонаря по одному очку. Направо и налево. Минуту 40. Еще фехтовать спортсменкам. Комарова 13-й укол наносит. Подсокращает немного. Идет вперед с действием. Прижала итальянку к самому краю, то ничего не оставалось, как
выходить на Алену, и та ждала. 14:21. Чистый красный фонарь мы увидели. Еще минута и 10 секунд есть у Комаровой на то, чтобы сократить отставание. У Марца не мешает. 22-й итальянский укол наносит. Комарова дергает Марцани. Подбирает дистанцию. То с дальней, то со средней. Вот сейчас довольно близко уже она подобралась к итальянке. И 15-й укол наносит. Комарова снова чисто действует. 7 уколов преимущество у Италии. 10 секунд еще фехтовать. Комарова не стала рисковать и заранее завершает поединок. 16:23. И выходит Виолетта Храпина и Николь Фаэта. Последний круг шпажных соревнований. Самые важные поединки. 7 уколов. Это довольно большое отставание. Но не слишком уж, чтобы прям посыпать голову пеплом. Храпина продолжает давить на итальянку. Не достает в атаке. Захватывает оружие итальянки. В ближнем бою звучит команда «Стой», и зеленый фонарь Николь не считается. Итальянка говорит, что не было повтора, и отправляет судью, что не было столкновения, и отправляет судью смотреть видеоповтор. Вот так будет правильно. Мы тоже можем увидеть. Здесь спиной все закрывают спортсменки. И дает укол. Сборная Италии 24-16. Храпина подбирается к итальянке. Работает с оружием. Обменивается действиями, парадами. Укола нет. Не попадает Виолетта. И Николь в ответной. 25-16.
Крапина в атаке. В руку. Точно. 17-25. Пытается резко войти в дистанцию Крапина. И с третьей попытки получается. С выходом во флэш. 18-25. Чуть больше минуты еще есть. У российских шпажистов. Вот и снова Крапина разыгрывает. Вводит дистанцию. Не достает. Итальянка не колет тоже в ответной. Промахивается Крапина. Ну или не загорается шпага. Судья проверяет, все в порядке. Тридцать секунд. Еще пройдут спортсменки. Ловко. Итальянка убирает ногу от атаки. Крапиной. Виолетта продолжает прессинговать. И промах атаки. 27-18, 14 секунд. Будет пробовать ли Виолетта нанести укол. 3 секунды. Ну все, разрыв дистанции со стороны итальянки. Укола точно уже не будет. Так и остается. 27-18. И обратная замена. Юлия Личагина, Роберто Марцани. Девять уколов. Преимущество у итальянской команды. Посмотрим, сможет ли бронзовая призерка чемпионата Европы до 23 лет отыграть это преимущество. Личагина подкрадывается. Марцани. Пытается захватить оружие. И ловит на атаке. Роберту. В руку мы видим. Колет. Практически вот всю встречу Италия обороняется. Все, что делает, отходит назад. Повели несколько уколов, ну а затем российские шпажистки стали рисковать. А итальянки воспользовались этим. 20-27. Не попадает Личагина в атаке. Марцани 28-й укол наносит. Защита ответ. Личагина все прочитала. Слишком уж просто действовала итальянка, вывалилась буквально
на Личагину, и та взяла парад, спокойно дала ответ. Входит в дистанцию Личагина. Берет действенное оружие. 59 секунд. Осталось у Юлии. В атаке Личагина колет. Марцани делает то же самое. Преимущество сохраняется. Итальянок. 10 секунд. Личагина пытается сократить отставание, но в то же время и не спешит. А нужно, ведь заканчивается. Время, отведенное на бой, и 22-29. Алена Комарова выходит на дорожку от сборной России против Алисы Клеричи. Делает замечание, судья просит поправить перед боем шпагу Клеричи. У Алены все в порядке с экипировкой. И последний шпажный поединок финала чемпионата Европы среди молодежи до 23 лет. Девушки у нас на дорожке. И Алена Комарова. 23-й укол наносит. Давит сейчас соперницу Комарова. Наносит укол, но и пропускает. Клеричи попыталась чисто уколоть сейчас. Не вышло, Комарова встретила своим оружием. Потому разрыв прежний. Комарова снова чисто дернула соперницу. 26-31. 5 уколов. Это уже гораздо проще. Два фонаря. 27-32. Алена Комарова идет вперед. Времени мало. Вводит дистанцию. Николь в первом действии. В следующем есть красный фонарь. 28-32. 4 укола разницы. Идет вперед Комарова. Не получился прием на этот раз.
тут снова она дергала. Итальянку, ну, она не сплоховала. Точно укол нанесла. Комарова идет вперед. Защита Клеричи. 29. Вот Клеричи получает болезненный укол в плечо. А может быть, просто сбивает темп. Такой довольно тоже часто бывает. Комарова-то раскочегарилась на дорожке. Начала колоть чисто. Ей нужно остудить ее пыл. Просит заморозку. Поэтому Клеричи для своего плеча. Комарова сразу же идет вперед. Терять уже нечего. Не попадает в ногу. Клеричи не уколола, потом выбежала на Комарову. 30-33. Еще минута. Здесь можно и поподготавливать. Не нужно спешить, но не меняет тактику Комарова. Не работает шпага Клеричи. И, к сожалению, этот укол будет не засчитан. Обидно. Но все равно еще на три укола достаточно много времени. Вот нам показывают Алену. В маске. Комарова идет вперед. Клеричи отступает. Защита, ответ, ближний бой. Укола нет. Комарова не колет. Но затем засчитывает. Засчитывает. Красный фонарь. Два укола. 31 секунда. Идет вперед. Комарова, два фонаря. Ситуация остается прежней. Только времени чуть меньше. Прозевала Комарова. Клеричи готовила это действие навстречу. И чисто! Чистый красный. 33-й мы видим. 22 секунды. Два укола. Комарова идет вперед. Клеричи берет защиту. Обоюдные. Ломает шпагу в атаке. Алена Комарова. Вот, наставники подсказывают сразу идти вперед. После команды начали. И Комарова так и делает. Клеричи ждет ее. На прямой руке не попадает. Не попадает Комарова. Выпрыгнула.
на соперницу. 10 секунд. Три укола и снова, снова не колет. Комарова перестала вести ей. Все равно можно еще попробовать. Есть 35-й. 5 секунд. И три укола. До команды начали, побежала вперед. Алена возвращает время в исходное, судья. Не засчитали укол. И об этом сейчас сигнализирует Алена Комарова. Поправил время судья и вместе с этим отнял укол. Но сейчас восстановит справедливость рефери. Алена, давай, слышится с трибун. В атаке 35-й. Скамейка Италии сигнализирует, что побежала вперед Комарова. Раньше команды начали. Укол уже засчитан. Четыре секунды. И мимо, мимо в атаке. До последних секунд. В атаке колет Комарова. И итальянка тоже. Два укола. Ты совершенно точно уже. Не успеет Алена. И команда сборной Италии становится чемпионом Европы. С чем мы их и поздравляем. Ну а сборная России получает серебро. Ну, сразу же после этого финала начнется церемония награждения, на которой вы увидите интервью с победителями. А уже после церемонии награждения последний финал. Финал женской рапиры, в котором встретятся сборные команды России и Польши. Никуда не уходите. Встретимся после церемонии награждения. Women's foil, Team Poland and Team Russia, please go to the podium. Thank you.
церемонию награждения чемпионата Европы до 23 лет по фехтованию на саблях в командной дисциплине среди мужчин. Ladies and gentlemen, we begin the awarding ceremony of the Under 23 European Fencing Championships Men's Saber Team. Встречайте победителей и призеров чемпионата Европы. Please welcome the prize winners and the champion. Церемонию награждения проводят Макс Гёльтер, генеральный секретарь Европейской конфедерации фехтования. The winning ceremony is held by Макс Гёльтер, Secretary General of European Fencing Confederation. Александр Барауля, генеральный директор Республиканского центра олимпийской подготовки и единоборств «Стайки». Александр Барауля, General Director of Republican Center of Olympic Preparation for Martial Arts, «Стайки». Зазан Чердидзе, президент Федерации фехтования Грузии. Зазан Чердидзе, президент Georgian Fencing Federation. Третье место и бронзовые награды завоевала команда Франции. The third place and the bronze medals belong to the team of France. Шарль Кулло, Максан Ламбер, Жан-Филипп Матрис, Эрбер Аник. Серебряные награды завоевала команда Италии. The second place and the silver medals belong to the team of Italy. Федерико Рикарди, Франческо Бонсанто, Леонардо Афеде, Франческо Дарвиенто. Чемпионов Европы в фехтовании на саблях завоевала команда Грузии. And the European champion men's saber team is Georgia. Саба Суламанидзе, Ника Шенделия, Миша Мартелишвили, Важа Речия. Дорогие друзья, а мы также награждаем Кирилла Ефимова, спортсмена, представляющего Россию, ставшего лучшим фехтованием на сабле среди мужчин возрастной категории до 23 лет по итогам сезона 2016-2017 годов в рейтинге Европейской конфедерации фехтования. Церемонию награждения проводит спортивный директор Европейской конфедерации фехтования Юлиус Кралик. The winning ceremony is held by the sports director of European Fencing Confederation, Юлиус Кралик. Дамы и господа, в честь команды-победительницы звучит национальный гимн Грузии. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Georgia.
Сборная Грузии, победительница сабли в мужчинах командных. Поздравляем с этой победой. Спасибо. Какие вообще были планы до начала турнира? Ожидали такого результата хорошо? Мы несколько дней назад приехали в Белоруссию. Мы планировали где-то две медали взять на этом чемпионате Европы. У нас была такая задача, и наши ребята с этой задачей справились. Мы, правда, хотели еще и в личном добавить хорошие выступления, мы планировали. У нас там не получилось, но то, что мы сказали, две медали, мы эти две медали мы взяли. Один золотой и один бронзовый. Так что мы свое сделали. Я еще хочу добавить, что мы здесь проводили. Нас очень тепло встречали на сборах. Мне очень нравится эта страна, и я очень благодарен всем. Before this tournament, we planned to get the to reach the two medals, and we did it. So we get the bronze medal in foil, and we get the gold medal in team saber. So we very happy to be here. We like this tournament. We like this country, and we really wanted to be here again and again. Как вы думаете, получится ли теперь повторить этот успех на взрослом чемпионате Европы, тем более, что он будет проходить у вас? Знаете, вот в турнире мы выступали в прошлом году на взрослый сеньорский чемпионат Европы. Там мои три фехтовальщика были 16 лучших. Ну, постараемся, что там в Тбилиси хуже не выступили, особенно мы у себя дома. Посмотрим. Фехтование такой спорт, там, где очень большую роль играет подготовленность и интеллектуальные. Это интеллектуальная борьба, понимаете? Это не просто физическая борьба. И надо, чтобы хорошо подготовиться, наверное, все будет хорошо. Yes, we think that we can reach it in the Senior Europe Championships, but in fencing you need to prepare well mentally. So we will prepare mentally, and I think we can reach it. Thank you very much. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы начинаем церемонию награждения чемпионата Европы до 23 лет по фехтованию на шпагах в командной дисциплине среди женщин. Ladies and gentlemen, we begin the awarding ceremony of the Under 23 European Fencing Championships Women's EPEA Team. Встречайте команду-победительницу и призеров чемпионата Европы. Please welcome the prize winners and the champion. Церемонию награждения проводят Макс Кёйтер, генеральный секретарь Европейской конфедерации фехтования. The winning ceremony is held by Макс Кёйтер, Secretary General of European Fencing Confederation. Ника Кушуняк, медицинский делегат Европейской конфедерации фехтования. Ника Кушуняк, Medical Delegate of European Fencing Confederation. Марина Григорян, член технического директората Европейской конфедерации фехтования. Marina Grigorian, member of technical directorship of European Fencing Confederation. Третье место и бронзовые награды завоевала команда Германии. The second place and the bronze medals belong to the team of Germany. Александра Эллер, Анна Горнишер, Ванесса Риндюльер, София Вайтбрехт. Второе место и серебряные награды завоевала команда России. The second place and the silver medals belong to the team of Russia. Виолетта Крапина, Алена Комарова, Юлия Личагина, Дарья Мартынюк.
А титул чемпиона Европы в фехтовании на шпагах завоевала команда Италии. The European champion women's team is Italy. Николь Фоента, Роберта Марцани, Элис Кремичи, Джорджия Форте. Также награждаем Николь Фиетту, спортсменку из Италии, ставшую лучшей фехтованием на шпагах среди женщин возрастной категории до 23 лет по итогам нынешнего сезона в рейтинге Европейской конфедерации фехтования. Церемонию награждения проводит спортивный директор Европейской конфедерации фехтования Юлиус Кралин. We also want Николь Фиетту, representing Italy, as the best athlete in women's event of the 2016-2017 European ranking. Дамы и господа, честь команды победителя звучит гимн Италии. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Italy. Еще раз наше поздравление победительницам и призеркам чемпионата Европы по фехтованию возрастной категории до 23 лет. Please applause once again for the prize winners and the champion. Еще несколько мгновений для памяти фотографий перед тем, как мы перейдем к торжественной церемонии передачи флага и закрытия чемпионата Европы. Some moment for commemorative photos before we proceed to the official closing ceremony.
Team Italy, the winners in the team event. Girls, congratulations to you. The last fight in the final was very nervous. Did you think that you may lose the gold? Yeah, I thought it, but I succeeded in in keep the time and win. I must thank my girls because they really supported me. What you were thinking while the last fight? We believe in her. Yes, I believe in everyone. Bench, She always do like this. Always. Have you any difficulties on this tournament on the way to the gold? Have you any difficulties on this tournament to the way on the to the gold? Any special bouts? Yes, I think in especially with France, the match with the France was very difficult for us because they are very good. They are very they are a team, so it was difficult. But we are a team too, and so it was good. Our congratulations! Thank you very much. Thank you. Европы 2017 года закрытым и с огромным удовольствием
приглашаю все страны принять участие в следующем 11-м чемпионате Европы до 23 лет 2018 года, который состоится в Армении в городе Ереван. Дорогие друзья, а теперь организаторы чемпионата Европы до 23 лет по фехтованию в Минске передают флаг Европейской конфедерации фехтования ее представителю Максу Гельмеру. Dear friends, the organizing committee of the Under 23 European Fencing Championships passes the flag of European Fencing Confederation to its representative, Max Kerker. А теперь флаг Европейской конфедерации фехтования переходит к организаторам следующего чемпионата Европы до 23 лет по фехтованию в Ереване, президенту Армении, Армянской федерации фехтования Армену Григоряну. The flag of European Fencing Confederation is being given to the president of Armenian Fencing Confederation, Армен Григорян, representing the organizing committee of the next Under 23 European Fencing Championships. На этом торжественная церемония передачи флага подходит к концу, и мы желаем удачи организационному комитету чемпионата Европы 2018 года в Ереване и переходим к представлению следующих финальных поединков на рапирах командной дисциплины среди женщин. The official closing ceremony comes to an end, and we begin the presentation of the women's foil team final bouts. Господа, встречайте команды победительницы и финалистки чемпионата Европы до 23 лет женская рапира. Ladies and gentlemen, welcome the team finalists of Under 23 European Fencing Championships Women Foil. Встречайте команды финалистки. Welcome the team finalists. Итак, друзья, возвращаемся в эфир. Последняя командная встреча чемпионата Европы по фехтованию 2017 года среди молодежи до 23 лет. Встреча за золото между сборными команды Польши и России. Составы команд. Польша. Марика Гржановска, Юлия Гржановска и Юлия Вальчик. Запасная Рената Томчик. Сборная России.
Аделя Абдурахманова, Яна Алборова, Кристина Самсонова и запасная Оксана Мартинес-Хуареги. Первыми на дорожку выйдут Юлия Вальчик и Кристина Самсонова. Третье место в этом разряде женской рапиры заняла сборная Италии, победившая Францию 45-39. Вот сейчас начнет решаться судьба золота. На пути к финалу эти команды провели по два поединка. Сборная России сначала победила венгров 45-41, а затем стала сильнее Италии 45-39. Ну а Польша победила сборную Румынии 36-26, а после французов 45-41. Всего один укол решил исход этой встречи. Ну а у нас прошло пока почти 30 секунд. Вальчик в атаке, Самсонова на границе, обороняется там. Куча защит, перехватов, но укола нет. Расскажу о том, какие правила в рапире. Здесь поражаем пространство. Это только электрокуртка, только торс, вот то, что блестит. Грудь, живот, спина и кусочек такой еще блестящий есть на козырьке маски. Колоть нужно только туда и именно при соприкосновении с этой блестящей частью загорается красный или зеленый фонарь при уколе. Какую-то другую часть соперника горит белый, действительный. Также имеет здесь значение тактическая правота, кто раньше вышел в атаку, кто взял защиту, другие мелочи. В остальном 3 минуты на 5 уколов, командный также 45. Ну, наверное, и все. 2-0 ведет тем временем сборная Польши. Вальчик. Два укола нанесла за минуту. Самсонова прессингует. На короткой дистанции попала на укол навстречу. Недействительную часть. Вальчик красиво сейчас. И уверенно защита ответ. 3-0 ведет сборная Польши. Самсон идет вперед. Достает. Вальчик в ответной. Выпадает. И ремизит потом. 4-0. Пока ничего не получается у Кристины Самсоновой. В атаке тоже она попадает. Вальчик колет недействительный. Вальчик заняла 9-ю строчку в личном первенстве. Кристина Самсонова 17-я. 5-0 заканчивается первый поединок. Уверенно ведет сборная Польши. Следующий на дорожку выходит Яна Алборова и Марика Хржановска. Хржановска стала третьей в личном первенстве. Яна Алборова 12-й. Я думаю, вы заметили, ну или услышали, что в команде Польши фехтуют две сестры, Марика и Юлия. И вот Юлия как раз победила Кристину Самсонову в личном первенстве. Вела у нее 10-2, там, если не ошибаюсь. Затем Кристина Самсонова сравняла 14-14, но в итоге все равно уступила. И потом две эти сестры встретились на этапе входа в четверку. Вот там Марика оказалась сильнее. Яна Алборова первый укол наносит. 5-1. Вот нужно поправить волосы нашей раперистки.
снова. Теперь неполадки. Все так же с прической. Яна Алборова на последнем чемпионате России очень хорошо отфехтовала в группе. Жеребий был третий, затем попала с Ларисой Коробейниковой, которая решила вернуться после перерыва, попробовать себя на дорожке, и уступила ей. 15-12. В атаке не достает сейчас Яна Алборова. В ответной Харжановская тоже не колет. Белый в атаке справа налево. Два ноль идет Яна в личном счете, 5-2 в командном. Пока впереди Польша. 5-3. Яна Алборова отыгрывает понемногу. И снова в атаке. Точная Яна, 5-4. Яна здесь уступила Мартине Сенегалии. 15-14. Одного укола не хватило ей, чтобы пройти восьмерку. Там бы она встретилась с будущей победительницей Мпан Джанга, которая победила, в свою очередь, Мартинес Хуареги за восьмерку. Яна Алборова в атаке. 5-5. Равенство у нас. Марике Ржановской теперь уже ничего не получается. Защита, ответ, контрипост. В итоге белый. Шесть пять. Чистый зеленый фонарь. И снова белый. Ржановская не точно колет. Вот первый укол Марики. Вышла она сама в атаку. Зажгла красный фонарь. Вместе вышли, укололи. Атаку слева направо дает судья сейчас. Харжановская вышла раньше. Ну а я наколола навстречу. Минуту фехтовали спортсменки. Нанесли уже 8 уколов на двоих за это время. Харжановская в атаке. 8-6. Просит проверить оружие Яна Алборова. Все в порядке, работает. Защита, ответ. Белый. В атаке не достает Алборова и Ржановска. Девятый укол наносит. Проснулась она после такого стартового рывка. Яна Алборовой ловит сейчас атаку. Контрипост. Белый. В атаке с действием была Яна сейчас. Но уколола не точно. Парад репост дает сейчас судья. Яна не согласна, просит видео. Давайте мы взглянем.
Не менять решение судья. 10-6. Заканчивается поединок. В личном счете Янова выигрывает. Ну, следующими на дорожку выходит Юлия Ржановская и Аделя Абдурахманова. Аделя Абдурахманова еще выступает по юниорам. Здесь, на чемпионате Европы, заняла второе место. Это лучший результат среди наших спортсменок. Немного не хватило ей, чтобы выиграть золото. Вела в поединке финальном у француженки, но затем как-то упустила преимущество. Проиграла 15-10 в итоге. В ответной сейчас Адель влетела в защиту и получила 12-й укол. Вот в атаке. Хорошо сейчас. Действовала Адель. Два белых фонаря. Абдурахманова в атаке. Восьмой укол наносит. Адель представляет Республику Татарстан на чемпионате России, завершившем совсем недавно. Заняла третье место на взрослом. Такой же результат показала на юниорском в Сочи в январе. Атакует сейчас Аделя и наносит 9-й укол. Зажала свою соперницу. Жановская теперь идет вперед. Аделя встречает защитой и молниеносным ответом. 11-10. Ржановская идет в атаку. Абдурахманова дергает ее. Сама вышла вперед. Не уколола. Навстречу. Великолепно. 11-11. Очень любит Аделя Абдурахманова работать на вход. Постоянно это делает. Вот сейчас получилось. Вылетела рапира у польской рапиристки. Аделе нужно поправить волосы. В этом сезоне Адель была второй на этапе Кубка мира юниорского в Будапеште. Была третьей на таком же этапе в Австрии. На чемпионате Европы заняла второе место. Абдурахманова в атаке не попадает. Ржановская. Действительный укол. И 12-й. Польский мы с вами сейчас видим.
Жановская остановилась. Рахманова поспешила. И получила 13-й укол. Защита в ближнем бою. В ближнем бою загорается действительно белый фонарь. Двенадцать. Просит Ржановская видео. Ну да, здесь все правильно. Атака справа. И один фонарь. Зеленый. 13-13. Сравнивает счет Аделя. Ржановская не точно в атаке. И снова, как чувствует дистанцию, хорошо сейчас Аделя. Опустила оружие, затем подняла. И точно зеленый навстречу. Не получается, белый горит в Ржановской. С действием. 15-й укол. Аделя Абдурахманова выравнивает ситуацию для сборной России, выводит ее вперед. Следующим на дорожку выходит Марика Ржановская против Кристины Самсоновой. Неудачно провела первый поединок Кристина, была возможна замена. Но не стали делать этого тренеры. On guard. Pre. Ale. Жановская. Вперед. Самсонова защита. Ответ. Ну, судья по-другому. Фразу разбирает. Не стал просить видео Самсонова. Ну что ж, оставим. Это на его совести. Жановская, 15-й укол. Снова равенство у нас. Самсонова в ответ, но ведет не точно. Пред, але. Альт. И опять белый горит. Онгар. Пред, але. Альт. Так, 16. Сборная Польши выходит вперед. Онгар. Пред, але. Берет защиту Ржановская. Аль. Паре репост. И снова белый. Снова ляп. Он гард. Пре. Але. Самсонова подбирается и наносит 16-й укол. Разыграла хорошо. С переносом. Он гард. Пре. Але. Чуть больше минуты провели раперистки. Атак. Снова ляп. На дорожке. Белый горит. Прейд, але. Аль. Паре репост, но ремис, но валя. Онгар. Прейд, але. И в атаке белый. Самсонова. Кулит не точно. Онгар. Прейд, але. Ближний бой и... Паре репост снова ляп. Здесь снова недействительный фонарь. Онгар. Пре. Але. Альт. Жановская в первом действии не попала. Ну а дальше? А дальше что мы видим?
перехват справа налево недействительный. Пары репос на валя. Онгар. Пры. Алей. В атаке 17-й точно. Онгар. Пры. Алей. Жановская не достает. Сейчас есть шанс у Самсоновой. Пары репос на валя. С действием. Действительный. Алей. Аль. Атака. В один фонарь. Атаку. Марика Джановска колет. Красиво просит поправить оружие. Пре. Алей. Жановска вперед, попадает в защиту. 18-й российский укол. Онгард. Пре. Алей. Самсонова в атаке не попадает. Жановска навстречу кулит. Недействительно. Онгард. Пре. Алей. Сборная России собрана из разных регионов. Здесь спорная ситуация. Пара трипоста ли с действием было. Все по-прежнему оставляет. С действием в атаке была Жановская. Так вот, сборная России собрана из разных регионов. Кристина Самсонова представляет Курскую область. Курчатов. Здесь именно сейчас вперед. Альт. Альт. Дистанция, люблей. Чуть больше минуты еще фехтовать спортсменкам. Привязали такой. В борьбе сейчас. Счет равный был. 19-й. Наносит Самсонова. Ближний бой. И снова здесь лучше оказывается Кристина Самсонова. 20-18. На дорожку выходит Аделя Абдурахманова. У сборной России. У сборной Польши Юлия Вальчик. Сохранила преимущество в два укола. Кристина Самсонова. Онгард. Пред. Алей. Вальчик идет вперед. Дальше сохраняет дистанцию, разрывает ее. И теперь в ответ на этачно. 21-18. Отцепилась масса у Юлии Вальчик. Даже не отцепилась, а оторвалась. Не выдерживают провода нагрузки. В финале чемпионата Европы среди молодежи. Онгард. Пред. Али. Абдурахманова в атаке. Остановилась Вальчик. Идет в ответной. Наносит 19-й. Не получилось навстречу сейчас. Онгард. Уколоть у Адели. При. Алей. Давит на соперницу Адели. Вальчик. Альт. Вальчик пошла в атаку. Затем Абдурахманова. И белый фонарь горит. Онгард. От удара. При. Оружие. Алей. Альт-атак. Снова навстречу не вышло. 20-21. Онгард. Прейд. Али. Пока не получается выбрать момент. У Адели. Укол навстречу. В атаке сейчас не достает. Вальчик.
В ответной в ближнем бою 21. Сравнивает счет. Идет вперед. Аделя влетает в защиту. Парад репост чистейший. Гард, пред, але. Вальчик прижимает Аделю. Атак, но валя. Абдурахманова снова навстречу. Гард, пред, але. Белый горит. Аделя, защита, ближний бой. Здесь нет укола. Действительно уже. Гард. Пред, але. Контратак, парирепост. Совершенно как-то просто сейчас получила Аделя Абдурахманова. Что-то не идет у нее фехтование против Юлии Вальчик. 23-21. Больше впереди. Абдурахманова в атаке. В ближнем бою. Да, здесь споры начались, потому что была команда «Стой». Судьи совершенно точно до укола. Вот сейчас будут смотреть видеоповтор. Судья, как мне кажется, задал ее на разворот спиной. Это было чуть пораньше, вот, чем вот этот повтор. Но здесь укол нам показывают. Апреальт. Да, сначала была команда «Стой». 23-21. Пре. Але. Вальчик идет вперед. Аль. Пары. Абдурахманова. Защита ответ. И согласно этим решениям, Юлия... Ну, у меня чисто здесь кажется. Парад репост справа налево. Может быть, были обоюдные действия. В таком случае приоритет отдается атакующим. Атака фер, пары, репост, туш. Онгард. 23-22. Пред, але. Контратак. Ну, наконец-то получилось. На встречу уколоть Абдурахмановой. Не пропустить. Равенство. Вальчик не достает. Абдурахманова. Медленно движется на соперницу. Входит в дистанцию. Контрепост. Нет. Разрывает расстояние. Между Вальчик и Абдурахмановой. Аделя. Белый. Атак, но валя. Онгард. Пред, але. Вальчик идет вперед. Атак, и не успела убежать. Аделя. 24-й пропускает. Минуту еще фехтовать. Снова навстречу. Получается. Абдурахмановой. Онгард. На этот раз верно подобрала момент. Как великолепно сейчас. Красиво сработала Абдурахманова. Не стала вестись на вот этот прыжок. В ближнем бою оставила наконечник, направленный на соперника, и уколола. 25-20. Юлия Ржановская и Емьяна Алборова выходят. Онгард. Пред, але. Жановский идет в атаку. И Яна Алборова. Великолепно чувствует дистанцию.
увеличивать преимущество сборной России. И еще один. 27-24. Онгард. Пред Али. Слишком быстро вышла сейчас в атаку. И она Алборова что-то приклеилась. Ботинку. А, нет. Наоборот, разорвался. Ну да, дорожки фехтовальные очень жесткие. Обувь стирается довольно быстро у спортсменов. Профессиональной обувь хватает на сезон, если же фехтовать в чем-нибудь другом, то там, месяца три, может быть, при постоянном таком тренинге, и все, выкидывайте вашу обувь, покупайте новую. Вот трибуны завелись. Алборова с действием. Отлично. 28-24. Ну, последнее действие совершенно точно осталось за Яной Алборовой. Я думаю, что этот видеоповтор ну, никак не изменит ситуацию. Там сильнейший парад был со стороны Яны Алборовой. Даже спорить тут нечего. Жановска слева направо. Онгард. Пред Али. Видеоповтор. Снова смотрит судья. Ну, вот с этого ракурса видно, что Яна раньше начинала атаку с прямой руки. Атак. Да, 29-25. Белый. Не попадает в Жановска. Защита от Вихрановска не попадает в ближнем бою. Яна Алборова устояла. Великолепно! Парад, репост. За спину закидывает. Алборова и в 5 уколов ведет сборная России. На дорожке Марика Кржановска и Аделя Абдурахманова. Серебряная и бронзовая призерка чемпионата Европы до 23 лет. Они были в разных полуфиналах. Аделия победила Ярику Чупресу. Ну, а Жановская уступила Бан Джанге. Парад. Со стороны Абдурахмановой. И укол тоже засчитывается. Ей 31-25. Не достает Абдурахманова Жановска. В ответной подбирается сейчас. Входит в дистанцию. Аделя разрывает ее. И навстречу колет. 32-25. Ржановска как подобралась-то? Незаметно. Абдурахманова промахивается в атаке. 27-32. Одновременные атаки. Прет, алле.
Рановска с действием. Продолжает идти вперед, наносит укол. 28-32. Он я. Али. Ну, здесь слишком уж сложно. Уколоть точно. Повезло, что в руку попало сейчас. Адели. On garde. Prêt. Allez. Ржановская перехватила инициативу. Колет не точно. On garde. Prêt. Êtes-vous prêt? Merci. Allez. Марика не достает, и в ответ на точна Адель Абдурахманова, 33-28. 5 уколов ведет сборная России. В ближнем бою команда стой. Провалит это Абдурахманова, и белый горит. On garde. Prêt. Allez. Влетает в защиту Крыжановской. Ну, не влетает, входит. И в ответ и точна. Колька. 29. Красавица теперь на табло. Ее сборной. On garde. Меняет оружие. Адели. А, нет. Нужно подправить вилку на двойнике. Чуть расширить клеммы, чтобы плотнее держался в двойнике, в розетке. Шнур не болтался. Плотнее был контакт. Рахманова, 34. Задним начало. Нужно встать Ржановской. Дает слева направо. Далее просит видеоповтор. Действительно, там было действие с ее стороны. Ну, может быть, только если пропуск темпа. На повторе хуже видно, что было действие. Но вот я слышал звук совершенно точно. Брал аппарат Абдурахманова, но все это уже лирика, судья не меняет решение. Жановская идет вперед, не достает, разрывать дистанцию. Абдурахманова ответ на 35-й укол наносит и завершает поединок. 35-30. Кристина Самсонова, Юлия Жановская. Появится на дорожке. Не появится. Замена. Не дали нам посмотреть на реванш между Самсоновой и Юлией Ржановской. Рената Томчак выходит. Полячек. Посмотрим. Оправдана ли эта замена. Самсонова длинную атаку проводит сейчас. И снова с дали начинает Кристина. Томчик разрывает дистанцию каждый раз. Белый горит. В атаке не попадает. Рената не спешит
с ответной вот сейчас. Самсонова в атаке разыгрывает один фонарь. 36-30. Идет в атаку Самсонова с действием, разыгрывает, держит на черте, Томчик белый в итоге. Самсонова белый, несмотря на радость. Томчик красный не считается, просит видеоповтор. Красный и белый сейчас горели, прямо как цвета польского флага. Соответственно, и маски. Ренат Томчик. Какой выбирать? Решает сейчас судья. Можем и мы посмотреть. Ну, был разрыв дистанции со стороны Ренаты. Отпрыгнула она назад. Здесь на усмотрение судьи. Абстенсион. Rien, pas les touches. Ольга. Прет. Алле. Пол никому не дает. Самсонова в атаке. 37. Разыграла. Хорошо сейчас. Ольга. Прет. Алле. Белый. Самсонова белый. Действительно, уже теперь у Польки горит. Защита ответ. Томчик колет недействительный. Контрипост в ближнем. Точнее, оказывается, Рената. 38. Нужно поправить оружие. Кристине Самсоновой. Продолжается поединок. Самсонова атакует и остается на месте. Точно колет. Ну, замена явно похожа. Не пошла на пользу. Больше. 40-30 заканчивается поединок. Последний бой чемпионата Европы мы сейчас с вами увидим, дорогие друзья. В нем встретятся Яна Алборова и Юлия Вальчик. Совсем скоро Росфенсинг ТВ продолжит свое вещание. Буквально через 2 недели на этапе Кубка мира в Санкт-Петербурге. Называется «Рапира Санкт-Петербурга». Уже это будут взрослые, серьезные соревнования. Там всегда интересно. Ну, пока вернемся к нашему финалу. Судьба золота рапирной. Рапирного командного первенства решается. В атаке была раньше, сейчас Яна Алборова. 41-31. И еще один укол наносит Яна. 42. Вальчик не достает в атаке. Яна в
ответную, входит в дистанцию, берет руку на себя, и в этот же момент Вальчик подловила Яну. С действием на оружие выходила сейчас Яна Алборова, но Вальчик перехватила. Белый, действительно, в атаке. Прет. 20 секунд отфехтовали спортсменки. Спину не получила сейчас у Яны Алборовой в ближнем бою. Теперь спортсменки желтую карточку получает. Российская реперистка. Завелась. Яна в атаке. Точно. 43-32. 44. Дело близится ко второму золоту сборной России. Первая завоевала Анна Башта в личном первенстве саблисток. И вот сейчас, ну сейчас чистая атака была со стороны Яны Алборовой, как мне кажется, просто судья решил не давать. Чуть-чуть не точно. И было бы уже 45. Защита белый. Ващук пытался закинуть за спину в атаке. 45-й укол. Сборная России становится чемпионом Европы до 23 лет. Поздравляем нашу команду. Аделю Абдурахманову, Яну Алборову, Кристину Самсонову и Оксану Мартинус Хуареги. Ну а команда Польши становится серебряным призером. На этом все. К сожалению, чемпионат Европы заканчивается. Вы увидите еще сегодня церемонию награждения, интервью с победителями, так что пока никуда не уходите. Но чемпионат Европы уже можно считать завершенным. С вами был Денис Мельничук. Встретимся на рапире Санкт-Петербурга. Пока.
Team's foil competition. Girls, how you prepare to the Poland team in the final? Were there any surprises from the opponents? Девчонки, как готовились к финальному поединку против Польши? Какие-нибудь сюрпризы по ходу боя были от соперниц? Нет, мы знали, что команда Польши очень серьезная команда. Мы долго настраивались на них, просматривали их встречи предыдущие. Вот, то есть знали, что встреча будет непростой, но видите... Видимо, все-таки мы хорошо, хорошо ознакомились с их стилем боя и подобрали ключики. Вот. Так что вот так. Сначала, но подобрали. Да, подобрали. The girls are preparing mentally from the very long, so they knew this opponents, they knew this very strong team, but in the beginning there were some difficulties in this match, but then they changed it and get this win. Christina, you lost in individuals to Yulia Krzyżanowska. Were you upset that you can't get a revenge in the final because of her substitution? Ты проиграла Мартине Крыжановске в личках, и у тебя не получилось взять у нее реванш в команде за ее замену, ты расстроена? Да, я очень расстроена, я прям настраивалась на этот бой, хотела выиграть, но судьба мне дала шанс 5-0 помочь своей подруге по команде и все-таки не дать шансов нас выиграть. Yes, I'm very upset because I prepared this fight, but I can't get it. So, but I'm happy with the final result. Girls, how can you in general satisfied about the result in the individuals and in the team? Может переведете? Секунду, я просто сам себя не понял. Вообще, в целом, если брать и личные соревнования, и командные, вы довольны тем, как прошли два соревнования? Честно говоря, после личных соревнований я очень сильно расстроилась, потому что я проиграла девочке, которую я сегодня выиграла очень уверенно. То есть это было мне по зубам, но, видимо, так сложились звезды, не такой у меня был, видимо, настрой, как сегодня. И я очень расстроилась, но в итоге мне пришлось перед командными соревнованиями забыть об этом и настроиться как вообще на новые соревки, то есть и вот так выложиться. У меня то же самое, я ожидала большего от личных соревнований, но мои звезды не сошлись в этот день. И вот сейчас они сошлись, мы заняли первое место. Мне команда соревнований вообще больше нравится. Когда болеешь за своих подруг, это испытываешь хорошие чувства. Надеюсь, ты должна быть удовлетворена, наверное. Конечно, она выиграла. Я немного не доработала в финале в личных соревнованиях, и в команде хотела помочь команде. И... принести как можно больше уколов. Результат недовольна сейчас. Ну, в личной, конечно, я тоже не очень довольна. Все положилось не так, как планировалось. Но я очень довольна, что у нас получилось в команде, что мы доказали в очередной раз, что Россия сильная страна. Кстати, я становлюсь уже трехкратной чемпионкой Европы вообще-то. А мы двукратные, да. В этом году тоже. Все, ну это не надо туда включать. Our congratulations to you girls. Very happy with your result. Thank you very much. The girls are very happy about the...